Мої вітання. Свою роботу у прямому ефірі розпочинає телепроект «Новий день». Як завжди, про останні та найактуальніші події з життя Одеси та Одеського регіону ви дізнаєтесь з нашої програми, тож не перемикайте і залишайтеся з нами. І сьогодні ми поговоримо про діяльність громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації. Нагадаємо, що 24 червня відбулися перші загальні збори членів громадської ради, і у рамках цих зборів тоді провели вибори голови громадської ради. За результатами голосування цю посаду зайняв Володимир Максимович. Однак не всі представники громадської ради погодились з результатами виборів, адже не було достатньої кількості голосів. Принаймні, про це кажуть представники громадської ради. І до нас звернулися представники громадської ради, певна їх частина, з проханням провести дебати, адже вони сьогодні вимагають провести перевибори голови громадської ради. Я хочу представити учасників нашої програми. Артур Микита, представник громадської організації «Екосам», Дмитро Кондратів, голова громадської організації «За прозору владу», та Валерій Головко, голова громадської організації «Співдружність». Мої вітання. Вітаємо. Так, ну, дійсно, трошки наші глядачі вже, може, зрозуміли ситуацію, яка зараз відбувається у громадській раді. Але, незважаючи на те, що ну, саме ви кажете про те, що необхідно провести перевибори і що сьогодні новообраний голова громадської ради не є легітимним, на урядовому веб-сайті є інформація ще від 12 серпня, що дійсно Володимир Максимович є головою громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації. Чому так? І ну, з юридичної точки зору, на вашу думку, чому ці вибори не можна вважати дійсними, їх результати не можна вважати дійсними? Прошу, хто з вас розпочне? Хорошо, давайте я скажу. Меня зовут Головко Валерий Яковлевич. Как я председатель правозащитной общественной организации Содружества, ну и, естественно, юрист уже с большим стажем. Вот, в своё время ещё и возглавлял общественный совет при облгосадминистрации. Так вот, с точки зрения законности вопроса. Дело в том, что общественный совет создается на основании постановления Кабинета министров номер 996. Это в каждом государственном органе такой должен быть создан общественный совет. И там есть положение, которое устанавливает, чем руководствуется своей деятельностью общественный совет. Там четко установлено, руководствуется законами Украины и типовым положением, которое там есть. Так вот, общее собрание членов общественного совета является основным и главным, которое принимает свои решения в пределах закона, естественно. В законодательстве написано, что должно быть рейтинговое голосование. При этом на общем собрании было принято решение, что выборы будут проходить в два тура. Если в первом. Если в первом, никто ну, не одержал, естественно, большинство. В порядке что рейтинга. Что отбылось? А отбылось только первый тур, и собрание было закрыто. И, почему? А потому что вот здесь как раз и есть та проблема, с которой мы столкнулись. Председательствующий на собрании решил также баллотироваться. Сами понимаете. И когда ему стало выгодно, он тут же быстренько закрыл. Кто це? Це Максимович Владимир Ярославович. Угу. Естественно, мы с этим не согласились. Потому что мы считаем, что общественность, прежде всего, должна отталкиваться свою деятельность основывать только на законе. Иначе какая же мы общественность? Мы тогда бандиты какие-то. Такого быть не может. Поэтому в рамках законодательства мы обратились к членам общественного совета, и больше половины членов общественного совета письменно подтвердили, что выборы не состоялись. Поэтому 21 числа будут произведены новые выборы, и обязательно будет легитимно избран председатель. Кто это будет, мы не знаем. И в рамках нашей встречи мы обратились ко всем, что все желающие, которые считают, что силы у них есть,
для того, чтобы координировать работу общественного совета, должны участвовать в дебатах. И мы вот сегодняшнее мероприятие объявили дебатами. Вот пришло три человека, три члена общественного совета, руководители организации, которые считают, что они в состоянии управлять общественным советом. Был приглашен и Максимович. Однако, к сожалению, его нету. Ну что ж, это его решение. Ну, мы обов'язково надаємо змогу всім, хто не погоджується з певними висловами, які сьогодні будуть звучати, чи вже прозвучали. Ми запрошуємо теж до нашого ефіру. Обов'язково будь-яка людина може виступити, може взяти участь у програмі і теж озвучити свою точку зору або спростувати певні факти чи певну інформацію. Юлечка, учитывая, що це дебати, я б мене попросив би все-таки і мені дозволити. Я відповідаю на той питання, який ви задали. Тому я повернусь к суті питання. Ну, про юридичну сторону Валерия, как я достаточно подробно рассказал, а я расскажу просто про математическую сторону этого голосования. На собрании было зарегистрировано первым 125 человек, было принято решение о голосовании в два тура, если в первом туре никто не наберет большинство голосов. Всего было зарегистрировано 125, напомню, в первом туре за господина Максимовича проголосовало 61 человек. Отложу в сторону моральные вопросы, когда невозможно, наверное, председательство, чему баллотироваться, потому что он постоянно на глазах, люди новые, люди никого не знают, ну и вдруг тут человек, который сидит перед ними три часа, красуется, еще выставляю свою кандидатуру. Так вот, 61 это меньше, чем 63. Вот как бы там ни смотреть, слева, справа, 61 меньше, чем 63. Это близко, но это меньше. А вот то, что у господина Максимовича нет желания пойти на выборы, да, на новые и честные, и он делает все для того, чтобы помешать проведению подобной истории, это не трусость, это животный страх. Это животный страх перед честными, открытыми, прозрачными выборами. Это животный страх перед тем, что ты имеешь возможность потерять какую-то, с моей точки зрения, господи, прости, ничего не значащую должность, да, координатора, по сути говоря, деятельности людей, которые сами себе с усами. Вот. И вопрос номер третий, о чем вы спрашивали, по поводу информации, появившейся на сайте Кабинета министров. В команде Максимовича есть такая себе Сусарова Лариса Анатольевна, которая входит во все общественные советы, которые существуют в Украине. Ну, практически во все. И прекрасно понимает процедуру и как там все устроено. Она обратилась к администратору сайта, который администрирует сайт Кабмина, где размещена эта информация, и дала ссылку на протокол собрания общественного совета, который был размещен на сайте ОГА. ОГА была обязана разместить протокол первого нашего собрания. Там было указано, что у Максимовича столько-то голосов, у другого голосов столько-то и так далее. Но там нигде не было написано, что был избран председатель. Конечно же, госпожа Сусорова, предоставляя подобную информацию, ссылка, она высказала, видишь, ну вот видите, Максимович и председатель. И администрация этого сайта, к сожалению, выложила недостоверную информацию. Мы еще раз говорим, они выставили себя, господи, прости, не в лучшем свете здесь в Одессе, ну и еще выставили себя, как мне кажется, не в лучшем свете и в общении с администратором сайта Кабмина. В добрый им час приходите на выборы, голосуйте. Легитимность даруют люди, а не крики «я председатель». Пройдите через горнило, через чистилище выборов, получите доверие от людей, и все присутствующие здесь, уверен, будут работать под руководством того человека, которого изберут на честных выборах люди, что станет общей платформой для строительства нового добротного здания нашего общественного совета. Я вас зрозуміла. Дійсно, якою ви бачите подальшу роботу громадської ради при обласній державній адміністрації? Мабуть, надам слово пану Артуру. Доброго дня, звати мене Микита Артур. В громадській раді я перший раз. До цього часу я пропрацював в закритій державній системі, тобто одна із екологічних інспекцій України. Прийшов до громадської ради, думав, що це відкрита система, в якій мають люди свої права висловлювати, приймати участь в формуванні громадянського суспільства. Але, як виявилось, це справжня така ж сама закрита система, в якій працюють, десь знаходяться десятки таких же закритих систем, які направили своїх делегованих членів, які також самостійно являються закритими членами цієї ж системи. Тобто повний безлад. Я вибачаюсь, ми повернемось до вашої відповіді після того, як почуємо глядача, бо маємо дзвінок. Прошу, ви в прямому ефірі ставте своє питання. Доброго дня. Добрий день. Ви знаєте, Одеська область, перш мені не зробимо областями в Україні, не знаю, які там області, то вона б'є рекорд по повній програмі по виборам.
Честные и нечестные – это уже само собой. Но Максим Нович, которого я не помню, какой его фамилия, это вообще уникальный человек, который не знает, что он хочет самому себе. Сделать выборы. Так, на жаль, дуже поганий зв'язок. Ну, це була думка телеглядача. Якщо буде бажання, можете ще раз зателефонувати, але прохання відійти подалі від телевізору, бо дійсно певні є технічні негаразди. Що ж, пан Артур, продовжуйте. Так, попавши сюди, я почав відразу заявляти одну пропозицію, яка це дві пропозиції. Це перша відкрита система комунікацій, тому що спочатку була створена ініціативна група, і декілька членів цієї ініціативної групи отримали доступ до всіх даних персональних, начебто даних, хоча вони відкриті, до людей. Вони почали займатися обдзвонюванням цих людей. Я відразу почав просити, на що отримав відповідь, це персональна інформація. Тобто питання, чому люди, які прийшли представляти інтереси громадян, тобто громадськості, заявляють, що вони являються закритими, їх неможливо знімати, їхні поштові ящики неможливо отримати, їхні телефони, а в той же самий час вони здійснюють самостійно дзвінки і щось людям говорять. Це ж Максимович і його команда. Тому я бачу єдиний вихід із цієї проблеми. Так, ми говоримо про вибори. На жаль, ніхто не запропонував на даний момент ніякої відкритої системи виборів. Ми прийдемо, знову роздадуть карточки. На перших виборах було так. Одна людина могла здійснювати 3-4 рази свій голос підіймати. Це як? Тобто, один кандидат підняли, другий, третій, четвертий. Одна людина повинна голосувати один раз, утриматися або відповісти ні, що проти. Тобто, я рахую, це повинно бути так. На даний момент це ніхто не запропонував навіть. Тобто, ми прийдемо, почнеться 21 числа, це ж саме безлад, декілька людей. Я пропоную спочатку людям. Також створилась група людей, які не хочуть переходити на сучасні системи комунікації. Це інтернет. Вони рахують, що на даний момент є тільки письмовий ящик. Старі методи. Я зрозуміла. Я пропоную створення на базі громадської ради альтернативи мерії, так як на наш час навіть немає громадської ради при мерії, а також альтернативу обладміністрації. Називаємо це на даний момент центр синхронізації різновекторних стратегічних ініціацій громадян поліса. Тобто кожен громадянин має свої певні ініціативи, як я розумію. Це для нього комфорт життя його сім'ї в першу чергу, благополучність, здоров'я, я думаю, також. Щоб це було в відкритому доступі для кожного громадянина, щоб він, я думаю, 2 години людям потрібно це нав'язувати, якщо вони не хочуть. Зайти 2 години в тиждень, посвятити інтернету, прочитати, які новини відбуваються, що він може собі запропонувати в ролі себе як індивідуума для всієї області. Ця проблема, що я от спочатку з чого почав, що це все закриті системи. Люди не хочуть виходити на контакт з іншими. Це є найбільшою проблемою. Так, зрозуміло, вас цікава ідея. Маємо ще один телефонний дзвінок. Прошу, ви в прямому ефірі, назвіть себе і ставте питання. Так, хочемо вас почути, прошу, ви в прямому ефірі. Так, ну якщо у нас є зв'язок... Так. Ми хочемо почути вас, ви вже в прямому ефірі можете ставити питання. Алло, добрий день. Доброго дня. Ви мене слышите, да, хорошо? Так, так. Алло. Прошу, ми вас чуємо, ставте питання. Алло, добрий день. Так, доброго дня. Смотрите, я представитель общественной организации, председатель, да, я был на этом входящий в общественный совет, я был на этом... Алло, я был на этом собрании, когда избирали председателя. Меня зовут Александр Анатольевич, я был на собрании. Алло. Так, мы вас чуем, кажите, прошу. Я был на собрании, когда вы избирали председателя. Да, это все это собрание затянулось настолько, что доходило уже до абсурда, когда вышло ползала. Было представлено 9 кандидатур, о которых никто ничего не знал. Я новый человек. Моя организация вошла в первый раз, да? Я не знал, ни кто избирается, ни с какими программами, ни как это все будет, да, в общем, происходить. Все дошло до того, что, просидев 3,5 часа, мы увидели каких-то лиц, вы понимаете, и, ну, здравомыслие просто не позволяло адекватно кого-то выбрать, вы понимаете? Это раз. Во-вторых, если приводятся такие цифры, что было 125 человек, было зарегистрировано мандатов, да, то 61 голос свидетельствует о том, что, ну, не было большинства, и было, значит, должен был быть
проведен второй тур, да? Его не произошло, заседание, собрание вот это вот закрыли, да? Вот мое мнение как нового человека, что, ну, я считаю, что должны быть перевыборы. Неважно, кто там кого изберут, но должны быть перевыборы, чтобы люди, присутствующие и входящие в Громадскую Раду, были уверены в том, что их голос правильно был использован, правильно был посчитан, и чтобы людей уважали за их мнение. А тут получается... Так, дякуємо за дзвінок. 3,5 часа, головная боль, все вышли и ушли, и ничего стало непонятно, до сих пор все это происходит. Так, мы вас почули, дякуємо за дзвінок, дякуємо за те, що нас дивитесь і бачите, дійсно ця проблема актуальна, люди про це знають і мають свою думку. Дозволите закінчити, я вже закінчу ще 2 хвилини. Я знаю, зрозумів, що це за Олександр, і дякуючи таким людям, я взагалі подав свою кандидатуру на голову. Так. Тому що я сидів, я, наприклад, Дмитрія і інших громадських діячів я знав так по інтернет-ресурсам. Підходять молоді люди і кажуть, ми хочемо працювати з молодими, тому що це безлач, що тут відбувається, нам не цікаво. І пішли, записали мою кандидатуру. Після чого я набирав певну кількість голосів. І думаю, чому ж не пробувати далі, якщо є підтримка молодих людей. Тому я все-таки вважаю, що ми, дані кандидати, якщо хтось навіть з них стане цим, буде підтримувати відкриту систему комунікації між членами громадської ради, щоб всі могли разом відкритому доступі навіть для звичайних громадян Одеси і Одеської області просто домовитись про ці речі елементарні. Написав себе, я такий-то, такий-то, вважаю, що ви... Так. Дякую. Я вас зрозуміла, дякую, ми вас почули. А, пане Валерію, так зрозумію, розумію, вам теж є що додати, у вас є власне бачення роботи громадської ради. Ну, совершенно верно. Я би хотів наш дальнейший розговор построїти, все-таки в нас же дебати, возможные кандидаты на должность председателя. Так вот, как я вижу работу общественного совета? И вот предыдущий выступающий сказал о том, что должны быть, все должно быть честно. Безусловно, все должно быть честно, и вот мы должны договориться. Конечно, договор человеческий, моральный должен быть, но я все-таки оставлю... внимание телезрителей остановлю на законодательстве. Дело в том, что это основа для нашей работы, и нельзя без законов. Я вот специально сделал выписку. А какие же, что же, какие нормативные документы регулируют наши правоотношения? Это юридическим языком я сказал. Так вот, Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 25. Каждый имеет право и без ограничений брать участие в управлении государственными делами. Конституция Украины, статья 38. Гражданин имеет право принимать участие в управлении государственными делами. Права не могут быть ограничены. Есть ряд других законов. Так вот, я хочу сказать и пояснить, может быть, не все телезрители знают, а для чего же эти общественные советы? Это... Так вот, все очень просто на самом деле. Вот смотрите, есть общество, есть государство. Это разные вообще вещи. Может государство, государственный аппарат так улетать высоко, что так удаляться от обыкновенного человека, что ничего не получится с государством самим, и будут люди только страдать. Так вот, есть несколько мостиков между обществом и государством. Это выборы, референдумы, и в законодательстве написано здесь другие формы участия граждан. Так вот, общественный совет есть та самая, одна из форм участия граждан в управлении государственными делами. Задача общественного совета – обеспечить вот этот вот мостик так, чтобы он эффективно работал. Теперь, как должен быть общественный совет работать? Никто, подчеркиваю, не имеет права ограничивать граждан в работе, членов общественного совета в работе. Ну, нужно понимать, что общественный совет делится там на комитеты и так далее. Вот эти комитеты должны быть, они специалисты своей области. Кто-то там в здравоохранении, кто-то по молодежи работает, кто-то по сельскому хозяйству. Вот эти люди должны представлять интересы вот своей категории людей, обыкновенных людей, которые они представляют, и формировать предложения
и давать рекомендации власти. Ну, естественно, там целая процедура, но это должно быть. Этого должно быть. Не должно быть так, что решает один председатель, и все вот по его указанию все делается. Неправда. Председатель – это коммуникатор, это человек, который обеспечивает прохождение документов. Не более того, вынужден вернуться к тому человеку, который попытался там захватить власть, скажем так, в кавычках, вынужден. Дело в том, что под его руководством было составлено положение об общественном совете, и там все построено по принципу пирамиды. Все решает председатель. Мы должны, я считаю, если, допустим, вот меня изберут, эта система будет поломана в ту же секунду. Все будут решать люди. Вот это есть главный критерій. Я зрозуміла, хочу надати слово пану Дмитру Кондратьєву, ваше бачення роботи громадської ради. Спасибо огромное. С удовольствием выскажу свое бачення роботи громадской ради. Но вначале хотел бы поблагодарить того телезрителя, который до нас дозвонился. Я, честно говоря, было не очень слышно, не очень разобрался, кто это, но искренне ему признателен за совершенно нескольких словах, но очень правильно и верно высказанную позицию по поводу того, что должно происходить дальше. Совершенно не важно, кто из нас победит, или, может быть, если господин Максимович или иные кандидаты все-таки захотят выставить свою кандидатуру, не важно, кто победит, важно, чтобы это было честно. Важно, чтобы люди, да, признали легитимность подобного председателя. Очень важно еще принципы, по которым будут проходить эти выборы. Уже Валерий Яковлевич сказал о том, что практически 80 членов общественного совета подписали обращение за честные выборы. И там было совершенно четко изложено три позиции, по которым мы хотим провести подобные выборы. Позиция номер один – это независимый ведущий. То есть это тот человек, который не претендует ни на какие должности. Господа хорошие, ну бросьте играться в эти игры, да, что председательство еще имеет право избираться. Это не морально, это не честно, может, это не противозаконно, но это просто смешно. Второй принцип – это открытые и честные дебаты. Вот то, о чем говорил телезритель. Он действительно никого из нас не знает. Он первый раз нас всех видит. Мы всех приглашаем. Я очень надеюсь, что, может быть, благодаря вашей телекомпании мы сможем получить второй тур наших дебатов, где будет еще больше представлено кандидатов, чтобы каждый мог рассказать и о своей программе, о чем замечательно сказал Валерий Яковлевич и Артур. Я еще вернусь к своему видению на истории. Чтобы мы смогли рассказать и про свою биографию. Мы обязательно просим людей, которые желают баллотироваться на должность кандидата, наш секретариат рабочей группы, который готовит собрание, подать свои биографии, подать свои видения работы, то есть свои программы. Да, и мы постараемся, если у нас это получится, подготовить буклеты, чтобы каждый во время выборов мог прочитать и понимать, за кого он голосует, а не просто тупо по велению ведущего и его пронзительному взгляду, кто же голосует за меня, а кто же нет, да, поднимать руку. Следующий момент по поводу даты голосования. Дата голосования, мы хотим донести, и спасибо вам, опять же, вам, что выборы, которые мы планировали, вернее так, собрание, в рамках которых, скорее всего, будут выборы, мы планировали провести на 22 сентября. Мы об этом уже заявили заранее, подали заявки, объявили об этом на встрече по интересам, которые господин Максимович провел 8 числа среди своих друзей и соратников в здании на Канатной. Вот. Но в рамках подобной встречи господин Максимович, думая, что он со своей командой, там, госпожой Сусарова, Гордиан, мы же с ним умнее всех, они решили продолжение своей встречи, мероприятие от 8 числа перенести на 22 число. Но неужели же вы думаете, господа хорошие, что мы все, что вокруг все вас дебилы, только вы одни умные? Ну, понятно же, что попытка провести в тот же день, о котором мы объявили собрание, да, ведет к одному, к срыву любых наших встреч и заседаний. Это прямая попытка к срыву работы общественного совета. Это прямая попытка, нас пытаются обвинить, что мы мешаем, не даем работать совету. Друзья, мы только и стремимся к одному. Вместе, я знаю об этом точно позицию облгосадминистрации, мы стремимся к тому, чтобы этот совет наконец-то заработал. Если бы господин Максимович еще в июле месяце пошел бы на честные выборы, мы бы уже, скорее всего, он победил бы тогда. Мы бы уже давно бы работали, сформировали бы все комитеты. Еще раз подчеркну, именно действие той стороны не позволяет нам начать работать. Я хочу сказать, что мы в этой связи приняли, с моей точки зрения, очень мудрое и разумное решение. Для избежания конфликтных каких-то там историй, создания различных мандатных комиссий, различных повесток дня, мы приняли решение о переносе нашей встречи на 21 сентября.
Это позволит инициативной группе на 15.00 в здании на Канатной. Сегодня эта информация появится на сайте облгосадминистрации. Мы приглашаем каждого из члена общественного совета. Мы приглашаем просто неравнодушных граждан, которые хотят посмотреть, что будет происходить в рамках формирования всей этой истории. Приходите 21 числа в 15 часов, докажите свое стремление и желание работать. Давайте вместе примем решение, как мы будем дальше развиваться. Давайте проведем честные выборы и в конце концов начнем работать. Я все-таки не знаю, успеешь ли у меня еще время или нет рассказать про свое видение того, как будет в дальнейшем. Можете почати так. Добренько, добренько. Общественный совет – это та ниточка, это тот рупор, это тот канал коммуникации, который связывает общество и власть. Один из немногих легально определенных в рамках законодательства Украины. И для власти это обязательное условие ее нормального функционирования. Если нет обратной связи с обществом, то эта власть отрывается от действительности и живет только ради себя. Напоминаю, что любая власть – это слуги. Вот я хозяин, Артур хозяин, вы, Юлечка, хозяин в этом городе и в этой области. А те люди, которые сидят в высоких кабинетах и вспоминают о нас только накануне выборов, они наши слуги. Мы очень хотим всем их напомнить. И бывшим ментам, нынешним полицейским. И бывшим чиновникам, нынешним управленцам, которые, думаю, что им позволительно решать наши судьбы. Вы, господа хорошие, наши судьи, слуги. Мы здесь власть. Так вот, чтобы этот голос власти реальной, народа был услышан, и нужны подобные структуры, как общественный совет. И я еще раз напомню, с моей точки зрения, это должен быть орган конструктивной оппозиции, независимо от фамилии руководителя областной государственной администрации. Это конструктивная оппозиция. Не безлоб, не цирк, не какое-то там шоу одного актера. Это конструктивная оппозиция. В рамках подобного совета может существовать огромное количество мнений. Но прав Головко на 100%. Председатель общественного совета, тот же самый слуга тех господ, которые ему доверят выполнять и служить ради них и выполнять какие-то функции. Это, по сути говоря, господи, простите того, кто выберу, да, это мальчик на побегушках у тех 147 людей, которые будут самыми-самыми главными в этом общественном совете. Вся власть в комитетах. Каждый комитет принимает собственные решения. Процедура электронной демократии. Да, это сложно для многих людей, которые, ну, не привыкли так работать. Но по чуть-чуть, по шагу, крок за кроком мы будем это внедрять. И поверьте, господа хорошие, те, кому может быть еще сложно свыкнуться с современными способами коммуникации, вы откроете для себя целый огромный мир, да, интересных и правильных коммуникаций. Конечно, мы разработаем возможности и электронного принятия решения. Ну и так далее, и так далее. Я бы мог много говорить, но я думаю, что еще и во втором туре дебатов я более подробно расскажу, а может быть и во время собрания будет выделено время председательствующим для изложения нашей позиции. Поэтому совершенно очевидно, открытые системы. Председатель – это мальчик на побегушках, ну, а его зама – это мальчики на побегушках. Ну, вот такая вот, как бы, господа мои, хорошая история. Поэтому приходите обязательно, докажите, что мы здравое общество, да, а не кучка маргиналов, которые борются только за свой интерес. Голосуйте, выбирайте, и в добрый час, мои дорогие друзья. Що ж, хочу вам подякувати за участь у програмі. Нагадаю, ми сьогодні говорили про діяльність громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації. І у нас в гостях були Дмитро Кондратєв, голова громадської організації «За прозору владу», Артур Микита, представник громадської організації «Екосам», та Валерій Головко, голова правозахисної громадської організації «Співдружність». Що ж, ну я хочу ще раз наголосити на тому, що ми готові надати майданчик для виступу всім іншим представникам громадської ради, які мають іншу думку. Також ми готові запросити пана Володимира Максимовича до участі у нашій програмі, аби він висловив теж свою думку та, може, спростував певні слова та інформацію, яка сьогодні прозвучала в нашому ефірі. Що ж, а на цьому ми ще не завершуємо свою роботу. На вас ще чекають сюжети, які підготували наші журналісти, тож не перемикайте і залишайтеся з нами. Міжнародна організація «Щит» днями влаштувала грандіозне свято «Курбан-Байрам-2016» в місті Одеса. Головними учасниками заходу стали діти-біженці, сироти та інваліди. Розпочав свято президент міжнародної організації «Щит» професор Дагер Салех Мухамед з побажаннями миру та добра всім присутнім. Кожен рік ми робимо такі праздники в місті Одеса і в Україні. И у нас сегодня очень много детей и приюти, и дети беженцев,
дети из смешанных брак, много в гостях у нас из разной диаспоры в Украине. И мы хотим сегодня делать радость для детей, что дети кушают сладкие, получают подарок, танцуют. Мы хотим сегодня делать радость для детей. Співорганізатором свята Курбан-Байрам став Комітет з питань національності та релігії громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації. Традиційно захід відвідали представники різних діаспор та національних меншин, таких як афганська, чеченська, сирійська, палестинська, болгарська та інші. От імені афганців хочу поздравити всіх мусульман з таким замечательним праздником священним Курбан-Байрам. И желаю всем счастья, здоровья и мирное небо над головой. Такой праздничный день везде, по всем исламским странам, естественно, дарят подарки, особенно детям. Они радуются, и мы сами в детстве ждали этот подарок. И вот с этим событием всегда мы даем радость детям и предоставляем им такую радость. И они радуются этому. В этом празднике я желаю всем добра, здоровья, мира, чтобы было везде мир. Зі словами привітань до всіх присутніх в залі звернувся почесний гість свята, імам міста Одеси шейх Ільяс Умаров. Хочу поздравить всех мусульман и всех присутствующих с этим великим праздником. Пусть Аллах дарует мира, блага, счастья. Всех благ вам и вашим семьям. Дай Бог мира Украине, чтобы мы всегда жили в мире, чтобы мы всегда жили дружно, и чтобы мы часто вот так собирались на наших радостных мероприятиях. Очень приятно видеть то, что делает департамент, и наш брат Салих старается собирать людей всех национальностей, хочет, чтобы они были сплоченными. Это очень одобренное дело в нашей религии. И приятно видеть людей разных национальностей. Нас объединяет вера в одного единого Бога. И мы должны стараться, чтобы мы были вместе и старались больше делать благих деяний, делать то, в чем есть польза для общества. Голова громадської ради при обласній державній адміністрації Володимир Максимович вже не перший рік співпрацює з організацією «Щит» та високо оцінив рівень проведення заходу. Дуже важливо і актуально, хоча б тому, що ми повинні дітям, які тут присутствують, і, в общем-то, молодежі, сказати головне, що звичайно говорять мусульмані в цей праздник – «Міра вам, добра, благополуччя і всього самого хорошого». Это хорошая организация, в ней действительно очень честные, порядочные люди. И вот то, что они организовали такую акцию, это очень и очень важно сегодня. Все-таки мы должны вот в состоянии такого разброта в стране как-то объединиться, как-то почувствовать, что мы граждане одного государства, даже если мы верим в разного Бога. Это важно. Допомогли в организации свята Курбан-Байрам представники разных диаспор міста Одеси. Пригласили мы детей с приюта, 75-й школы, детей с лагеря беженцев. Для них выступят, вон, девочки сидят в мечети, они споют пару песен здесь будут. Будет игровая программа для детишек. То есть Международный конгресс «Щит» и благотворительный фонд «Ассалам» постарались сделать этот праздник для детей, вот, чтобы он был радостным, светлым и запомнился им. Після урочистої частини для дітей розпочалась розважальна програма з аніматорами. Кожна дитина отримала подарунок. Також свої творчі номери продемонстрував дитячий ансамбль «Фаджир». Очі діток були наповнені радістю, а посмішки не полишали обличчя. Під час заходу всі гості пригощались традиційною мусульманською їжею. Голова міжнародної організації «Щит» Дагр Салих Мухамед висловив свою вдячність кожному, хто відвідав свято Курбан-Байрам в Одесі. Я бажаю для всієї нашої планети, що мир во всьому світі зупинить війни, і ми допомагаємо друг другу і любимо друг друга.
А ми, в свою чергу, вітаємо всіх мусульман міста та області зі святом Курбан-Байрам. Громадськість Одеси сьогодні виступає за збереження дитячого садочка номер 41 Райдуга, який знаходиться на вулиці Картамишевській. Аби влада звернула увагу на проблеми, матусі вийшли на акцію протесту. Більш детально про цю ситуацію знає моя колега Нана Іванашвілі. В Одесі на розі вулиць Розумовської та Садіковської збираються молоді жінки та пару чоловіків з плакатами. Поряд – представники Одеської самооборони Майдану, які захищають та підтримують активістів. На плакатах – підпалений дитячий садок «Радуга», який ще з радянських часів був садочком заводу «Оріон». Перекривати дорогу, а саме важливу транспортну артерію вулиці Розумовську, вийшли батьки. За їх словами, у дітей садочок хочуть відібрати і збудувати на тому місці щось інше. Я мама ребенка, который посещает детский сад «Радуга» номер 41 по Картамышевской 10. Мы собрались здесь для того, чтобы высказать свою гражданскую позицию, защитить наших детей, потому что защищать уже некому. Ни один из чиновников не хочет делать свою работу. В цей вечір у час пік активісти вирішили вдатись до таких засобів, щоб звернути увагу людей на свою проблему і достукатись до влади. Наші діти, їм нікуди йти. Що робити далі, якщо дитячого саду на цьому районі немає і останній дитячий сад запирають? Ми розраховуємо на те, що ви у нас услышите. К сожалению, наші власті тільки такі способи розуміють. По-другому з ними розмовляти безполезно. Разговаривать на их языке. Мы вынуждены перекрывать дороги, чтобы нас услышали и чтобы хоть что-то сделали, хоть как-то помогли нам защитить наш детский сад. Варто сказати, що активісти пропускали громадський транспорт і машини, в яких були маленькі діти, але до всіх інших намагалися донести свою проблему та піврічну історію боротьби за садок. Сад знаходиться в відомстві завода «Оріон». И нас пытаются периодически закрыть. С марта месяца это уже, не знаю, третья, четвертая, по-моему, попытка. За словами Наталії, організатора акції протесту і просто мами, на цей раз зацікавлені люди вдалися до страшної міри, підпаливши вночі перший поверх дитячого садочку. Це відбулося 26 серпня, після того, як на 7-й сесії міськради було прийнято рішення передати садок у комунальну власність. На сегодняшний день я уже не хочу спрашивать, от кого это зависит. Ребята, если этого не произойдет, то мы будем перекрывать более серьезные артерии. Мы приедем в Киев, мы будем требовать того, чтобы это произошло как можно быстрее. Потому что если мы будем ждать еще месяц, другой, третий, четвертый, садик просто перестанет существовать, на что рассчитывают, собственно, и, видимо, люди, заинтересованные в этой территории. Підпал встановлено, відкрита кримінальна справа, але садок закривають на ремонт і тому батьки малих дітей бояться, що це лише прикриття для того, щоб садочок відібрати, а точніше закрити повністю. Я якийсь батько одного з дітей, які ходять в цей дитячий сад. Тобто ми проходили всього один рік, наш дитина в младшій групі. Ситуація з дитячими садами в нашому районі катастрофічна. Явно не хватает. Устроиться в какой-нибудь государственный детский сад, там по 40-50 человек в группе, ситуация очень сложная. То есть именно в этом месте этот детский сад нужен как воздух, лично я считаю. И поскольку наше горе-государство не строит новые сады, то мы выступаем хотя бы за то, чтобы помогли сохранить существующие, в чем нам пока не очень хотят помочь. Мы написали соответствующие письма к уполномоченному по правам детей, господине Кулебуш, тем, чтобы взяли это на личный контроль. Мы все-таки надеемся, что чиновники начнут работать и действовать так, как им это положено. И мы не будем, вместо того, чтобы гулять с детьми сейчас в парке, стоять здесь и создавать неудобства остальным. Но мы вынуждены это делать. Большое спасибо, нам помогает самооборона Майдана Одессы, и они предоставляют нам юридические
услуги, то есть юридическую помощь, чтобы разобраться во всех юридических проблемах, связанных с оформлением существования, ну, с передачей детского сада и так далее. Водії великих фур, які вимушені були чекати, намагались зрозуміти протестуючих і виявились дуже терплячими. Володимир, наприклад, везе в Черкаси шампанське. Каже, не вірить, що чиновники звернуть увагу, але батькам співчуває. Так, дитячий садок дійсно треба. Діти – це наше будущее, як ніяка. На одному остановиться мать гуманность, це правда. Да. Но вы лично готовы пока постоять, подождать, чтобы они рассказали об этой проблеме? Ну, разве, чтобы недолго только так, пожалуйста. На акцію відреагували і перехожі, і пасажири. Я, в принципі, як пасажири, не дуже довольна дівчинськими акціями, а з іншої сторони, вони праві. Треба якось звертати увагу на якісь моменти, які в нашій житті відбуваються, тому що об удобствах дітей і мам ніхто не подумав. Транспорт общественний пропускають, тут вони молодці, це їм плюс. Вони звернули на себе увагу, але особливо хулігані не хулігайничають. Через хвилин 40 від початку акції з'явилась патрульна поліція. Пытаются отобрать это здание под любыми предлогами, в том числе и осуществляя поджог детского сада. Спальня младшей группы 26 августа сожгли. Какие ваши требования на данный момент? Кто-то должен приехать или что-нибудь? Людям тоже нужно добираться там домой и так далее? Мы, они нервничают, видите? Наши требования – это передать детский сад в коммунальную собственность. Ну это 7 минут не произойдет, правильно понимаю? Мы заявляем об этом, потому что наши письма не слышат. Мы пишем письма, нам отписываются. Наши письма не слышат. Ну, давайте сейчас мы уйдем с пешеходного перехода и подумаем, сейчас, как бы решить вашу проблему. Сейчас, может, подъедет какой-то представитель городского совета и так дальше, который будет с вами общаться по этому вопросу. Пусть он приезжает, если у него появится, вы можете... Ну, вы же не будете вечно здесь ходить, правильно? Нет, мы надо не будем... как-то решать проблему вашу, правильно? Сегодня мы выходим на улицу всего лишь на час-полтора для того, чтобы заявить о своих намерениях, о том, что мы будем настойчивы в своих действиях. Після намагання поліції все ж таки прибрати людей з переходу, батьки показали фотографії та спробували ще раз пояснити свою позицію. Люди почали ходити по переходу і намагались достукатись до кожного пасажира та водія. Акція закінчилась, бо поліція почала розгортати машини. Але звернути на себе увагу активістам все ж таки вдалося. Ми доб'ємося того, щоб дитячий сад «Радуга» передали в комунальну власність. Ходатайство от господина Космина було передано сьогодні в Київське відділення фонду держмайна господину Білоусу. Ми дуже сподіваємося на те, що обіцяння будуть виконані. По закінченню акції батьки йдуть до дитячого садочку, якого по документам не існує, і в якому перебувають їх діти. На одному поверсі декілька груп. Підпалене приміщення спальні молодшої групи допомогли прибрати орендатори інших частин цієї будівлі. І батькам залишається лише сподіватись, що вони зможуть досягти своєї мети – зробити дитячий садок особливим розвиваючим та оздоровчим центром. Для того, щоб підкріпити свою рішимість, ми провели цю акцію. Якщо буде продовжатися в тому ж духі, якщо будуть попытки закрити дитячий сад, або якимось образом обіцяння будуть саботуватися, ми будемо вимушені піти на більш рішительні дії. Мы можем перекрыть Киевскую трассу, мы можем поехать в Киев. Но, как сказала одна наша мама, мы, как она сказала, бешеные домохозяйки. Мы просто отстаиваем своих детей. Що ж, а на цьому наша програма завершує свою роботу в ефірі. Хочу всім подякувати за те, що нас дивилися. На вас чекає ще один цікавий матеріал на завершення. Я кажу всім до побачення і хай щастить! Жителі Чорноморська та гості міста відзначили одразу три свята в один день. Вересневий вихідний поєднав і традиційне свято квітів та дарів природи, і День спорту, і значущу подію для усієї Одеси та області – вручення Чорноморську нагороди Парламентської асамблеї Ради Європи – прапору пошани.
Так, на вході до Приморського парку на сцені відбулося урочисте вручення прапору від почесного члену Парламентської асамблеї Ради Європи Едлтраут Гатерер мерові Чорноморська Валерію Хмельнюку. А тим часом біля підніжжя сцени усіх вітала квітуча красуня, яка стала символом традиційного міського свята квітів і дарів природи. Сегодня мы празднуем праздник цветов и даров природы. Это традиционное для нашего города мероприятие, традиционное, но одно из самых долгожданных, потому что золотая осень, еще яркое горячее солнце, и мы можем подвести итоги, порадоваться ярким краскам, цветам. Тим часом у парку розмістилося чимало квіткарів, які з'їхались, аби поділитись з жителями та гостями міста своїми живими шедеврами. Пані Марина, архітектор за освітою, ось уже багато років має незвичне хобі. Вона вирощує літописи, простіше кажучи, живі камені. Растіння южноафриканське. Поливать его вообще можно и забывать иногда. Он это лучше переносит, чем чрезмерный полив. Они цветут очень красиво, необычно, желтыми, красными, белыми цветочками. Я цветы не очень люблю. Мне они интересны своей фактурой, как камушки. Они разные есть сорта, они совершенно все разные. И очень красиво из них делать композиции. В одну плошку сажать разные по фактуре цветочки, камушки я их называю. Еще и добавлять, если гальку настоящую, то просто можна ребуси создавати. Найди тут живе, найди камінь настоящий. А ось пані Світлана 30 років свого життя присвятила вирощуванню різних квітів. Саме таке розпространене, чим ми займаємося, це сезонне. Ну от з весни по заморозки. У нас порядка 80 сортів різних. Є звичайне, звичайне, є ексклюзивне. Вони висаджуються і в ґрунт, і в балконні ящики, в вази висаджуються. В комнате растут, в светлых местах. Так что уход несложный. Поливать, удобрять. А вот этот вот большой цветочек? Это садовый многолетний. Гибискус называется, болотный. Растет на солнечном месте много лет. Разрастается в ширину. Украшение сада. Між тим, ярмарок ріснів не тільки живим різнобарв'ям. Пані Тетяна протягом 3 років насолоджується своїм незвичним квітковим хобі. Я лентами вышиваю, получаю море удовольствия, это очень хорошее занятие. Для души это вообще хорошо. Именно цветы, не знаю почему, но души хочется цветы только вышивать, и яркие цветы. Пані Тетяна каже, що приблизно за 1 тиждень створює картини, а ось сорочку, в якій вбрана на святі, вишила всього за ніч. Таке заняття приносить море задоволення майстрині. Рухаючись далі по ярмарку, ми натрапили на імітовану хатку-світлицю. Сюди авторка принесла вишиті власноруч рушники, переважно з квітковими орнаментами. На підлозі постелила старовинну доріжку, а на вході, як і годиться, усіх зустрічали господині – мама і донька. А це я зробила дві – мама, донька, а ще не встигла, не зробила, ще в мене козак буде. Я мріяла їх поставити так в парі з рюмкою і з варениками, ну козака не зробила. Це якби зустрічають господарі, господиня, зустрічають гостей у світлиці. От, тиночки тут все, і якби донька з ними, ну трошки не, хлопчика немає, ну нічого, буде, слідуючий раз буде. Чого тільки не було на ярмарку, на святі можна було і не тільки отримати естетичне задоволення, але й потішитися смаколиками та продегустувати натуральне вино. Після гостинного частування жителі та гості міста мали змогу бути присутніми на визначній події для міста, області та й усієї України. А саме на врученні нагороди Парламентської асамблеї Ради Європи прапору пошани. Наш город как бы отмечен вот Европейским советом как город, который стремится вот обеспечивать европейские ценности и как бы соответствовать этим стандартам. Для нас это очень высокая оценка, потому что мы долго к этому шли и стремились, и вот теперь, когда наш результат увеличился вот такой, таким, скажем, вот наградой, мы говорим: "Да, будем двигаться теперь дальше". Для Чорноморська це вже не перша почесна відзнака. В урочистому піднятті прапору задіяли мера міста Чорноморськ та почесного члена Парламентської асамблеї Ради Європи Едлтраут Гатерер.
Ihre Stadt ist eine moderne Stadt, eine wunderschöne Stadt, eine Stadt am Puls der Zeit mit viel Kultur. Ваш город – прекрасный город, который и насыщен всевозможными культурными памятниками, прекрасными людьми, и он находится, он держит пульс на времени, руку на пульсе времени. Eine sportliche Stadt, wie ich gesehen habe. Я увидела также, что это большой спортивный город. Aber vor allem eine internationale, eine europäische Stadt. Но прежде всего я хочу сказать, что город производит действительно европейское впечатление. Это современный город. У числі запрошених гостей були й дипломати, серед них – консули Польщі, Болгарії, Грузії, Білорусі та Румунії. Сьогодні дуже важливий праздник для міста Ільичівськ, коли наградили Совет Європи і представили флаг Європи, флаг Совету Європи в Ільичівськ. Це значить, що Совет Європи цінить міст Ільичівськ, який багато розвивався в ці минулі роки. И это, конечно, гордость и радость для жителей Ильичевска. Я желаю всех много успехов в создании истории этого прекрасного города. Сразу видно, что здесь работают трудолюбивые люди и что здесь есть хорошие хозяева города. Думаю, что вам в этом городе и дальше будет также житься. Учиться работать хорошо, как было раньше. И поздравляю вас с этой высокой наградой. Со своей стороны обещаю, что белорусы о вашем городе узнают больше. Ждите их в гости. Еще раз поздравляю. Усіх присутніх під гучні оплески та пісні вітали 8 місцевих творчих колективів, в тому числі хореографічний колектив «Колос», що завітав до нас із Києва. Сьогодні наш формат був і участь організаційна – це участь творчих колективів Палацу культури, а також кращих колективів міста Чорноморська. У нас з 2015 року працює творчий проєкт «Мистецька євроінтеграція». Для нас ця тема дуже цікава, дуже така поширена. Ми співпрацюємо зараз майже з усією Україною у цьому напрямку. І для нас дуже почесно, що саме сьогодні наше місто стало переможцем і отримали прапор Європарламенту. Будемо нести з гідністю і гадаю, що настане день, і ми все ж таки будемо інтегровані, і творчі наші колективи, творчі здобутки знайдуть своє місце, знайдуть свою гідну оцінку, тому що рівень культури в Україні, він дуже високий, дуже глибинний, цінний потенціал українського народу в напрямку культури. Отож, Чорноморськ вкотре доводить свою першість серед інших міст. Це приклад потужного розвитку, зокрема, боротьби за чисте довкілля. Це особливе місто з європейським майбутнім. Європа і Україна, ми разом, одна родина співає, одні пісні.